нашем эфире начинается программа «Званые гости». Сегодня у нас в студии замечательный гость. Это белорусский поэт, публицист, журналист, главный директор Главной дирекции международного вещания «Радио Беларусь» Наум Яковлевич Гальперович. Доброго дня вам. Добрый день, добрый день. Наум Яковлевич, первый вопрос, конечно же, меня интересует. С какой целью вы приехали в наш город? Ну, во-первых, я хочу сказать, что меня давно запрошали на встречу творчую, запрошала ваше литературное объединение Олечки Трун, и мне завсёды хотелось приехать в Лиду, поглядеть этот город, поглядеть на то, что изменилось у им, потому что я бывал ранее довольно давно у Лиды. И, конечно, и творчая поездка, со мной приехали журналисты наши, которые делают программы для международного радио. И тому вот такое сполучение и творчая встреча, и поездка, которая вот выльется потом в эфир международного радио в Беларусь. И таким чином мне приятно тут быть. И я хочу сказать, что Лида мне сподобалась. То есть встретил наш город вас достойно? Конечно, конечно. Я хочу сказать, что вот это место, замок, и вот эта площадь, коля замка и озеро, я бачил, коли это еще не было в таким добропорядкованном стане, а теперь это просто чудовно. Это такой куточек, который говорит про европейский город Лида. Ну, нам очень приятно, личанам, что вы так высоко оценили наш город. Спасибо вам за это большое. Но все-таки вы же буквально через несколько минут окажетесь в Лидском историко-художественном музее для того, чтобы состоялась презентация вашей книги. Так, расскажите, пожалуйста. У меня только что вышла книга в выдавестве «Четыре четверти». Эта книга называется «Час листопаду». Это выбранные творы, куда вошли мои верши, которые вот уже ведомые читачам некоторые, и новые верши. И что цікаво в этой книге, вокладка так само вельми цікавая. Это Сергей Тимохов. На жаль, он пошел в життя. Это вельми цікавый мастак. И таким чином это вот некое подсумование творчести, потому что вот как раз отрималось так, что в 67-м годе я надруковал свой первый верш, а вот в 17-м годе вот свой особливый юбилей. И тому, конечно, мне хотелось представить эту книгу и рассказать про ее, тем больше, что я хочу зауважить, что это самая первая встреча, потому что книга только что вышла. Еще в Минске не было никаких презентаций. Это только вот такая первая встреча. Ну, покольки я давно обещал, вы ведаете моему обещанию приехать в Лиду ровно 2 года. Мы очень гордимся тем, что презентация состоится именно в нашем городе, в Лидском историко-художественном музее. А можно ли мне обратиться как человек, который не пишет стихи и не выпускает сборники? Скажите, а сколько нужно времени для того, чтобы оформить сборник стихов? Я имею в виду ваш личный опыт. Ну, вы ведаете, по-перше, треба написать верши спочатку. Это все понятно, но вот как да. Стихотворения складываются, но объединяются чем-то? Справа в том, что, конечно, можно по-разному сказать. Можно сказать, что эту книгу рыхтовал 50 годов, можно сказать, что эта книга рыхтовалась 2 месяца, и то и будет правда. Потому что с моменту, скажем, подачи рукопису, оформления, ну, прошло полгода. Але я хочу сказать, что все в сегодняшнем современном свете это все робится значно худшей, потому что, ну, скажем, я уже отправлял файл, это уже, так сказать, не рукописно. Значит, в окладку так само это было снято, значит, скажем, все через интернет, и друковалось у друкарни той же самой, того же самого выдавеста 4 четверти. Так что, ну, я еще раз скажу, что главное, как было что выдавать, а выдавать можно и можно выдавать зараз за довольно короткий термин. Но коли уличить, что, конечно, у каждого выдавества есть певная черга, есть, так сказать, люди, которые, ну, скажем, некие книжки выдают по плану, как державные выдавества, некие книжки выдают, как приватные выдавества, коли они лечат, что эта книга будет запотребована худшей, чем тая. Все по-разному. Але вот сам технологичный процесс, это
достаточно пару месяцев, полгода максимум. То есть для вас, как для поэта, технический прогресс шагнул вперед, и вы вместе с ним, и это очень удобно, я так понимаю. Конечно, конечно. Сегодня можно заховывать у компьютеры целые сборники, и это все... Это очень удобно, и вот, честно говоря, восхищаюсь вами, что вы владеете всей этой информацией, и вы нам вот на таком доступном, простом языке все это объясняете. У меня еще один вопрос. Скажите, какими качествами должен обладать настоящий поэт, по вашему мнению? Ну, перш за все, як любий чоловік. У першу чергу він повинен бути чоловіком, який любить людей, який любить природу, який вірний як чоловік сябровству, який не підводить ні пляткар, ні злодій. Остатнє все прикладається, як любому чоловіку. А те, що я лічу, що всі люди поети по-своєму, але той, хто, скажімо, вміє подслухать шепт небесов. Небеса нам шепчут же нечто. Конечно. Кто слухает это, некто у своей души покидает, как у компьютера, как в запасе. А некто это перекладает на звичайную человечую мову. То, что шепчет небесы. И я лечу, что вот поэт это той, кто умеет чуть шепт небесов и перекласть их на звичайную человечую мову. Замечательный итог. Именно этого я от вас ожидала. Мне кажется, именно эти качества, которые вы сейчас перечислили, вы и цените в людях, с которыми общаетесь и работаете. Ну и еще напоследок скажу, что изучая сайт радиостанции «Беларусь», вы написали не о себе, а о той программе, над которой вы работаете. Но ваши коллеги дописали, Наум Яковлевич поскромничал. Почему вы написали о себе? Вы действительно скромные, так мало. Ну, вы ведаете, конечно, у першую чергу, как кажут, як у народе кажут, первые 50 годов працуешь на имя, а потом имя працую на тебе. Поэтому мне зараз не треба, так сказать, напоминать, кто я такой. Вот это такая, значит, такая якость у меня сегодня, что треба, можно быть стиплым, потому что уже люди и так ведают, кто я такой. Я николи не говорю своим подначаленным, что я директор. Я не ведаю, что я директор. Я старейший за их, у меня молодежный коллектив. И мне не потребно там доказывать, кто я такой, что я такое себе уявляю. Поэтому, да, я стиплый человек. Но вот я, изучая вот ваш сайт, пришла к выводу, что вы очень переживаете за то дело, которое делаете, потому что вы полностью написали все, что касалось не вас, а о программе, которую вы делаете. Спасибо вам большое, Наум Яковлевич. Мы знаем, что вы спешите. Спасибо и желаю вам творческих успехов. Ждем вас в нашем городе еще и не раз. И всем радиослушателям я напомню, что сегодня был в студии белорусский поэт, публицист и журналист, главный директор главной дирекции международного вещания «Радио Беларусь» Наум Яковлевич Галиперович. А я желаю вам успехов, желаю вам, как коллеги, успехов. И спасибо. Желаю счастья, здоровья и всех доброт жахарам Лиды. Спасибо огромное. До свидания. Всего доброго.